Служу России. Погоны к очередным воинским и специальным званиям вручили бойцам Росгвардии. Сегодня они отметили 207-летие со дня образования службы. С 1811 года принципиальные задачи не изменились. Это противодействие преступникам и защита граждан. 30 сотрудников Росгвардии региона периодически несут службу на Северном Кавказе и ловят браконьеров во время пути. В состав ведомства входит СОБР, ОМОН, вневедомственная охрана и внутренние войска. Летчики у нас были, уже есть, 8 человек мы отобрали, они прошли комиссию и, соответственно, пока еще ждут назначения. Но пока у нас машин нет, то назначить их не можем. В течение 3 лет в Магадане планируют создать центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Вертолет для магаданского авиаотряда передаст Восточный округ Северо-Кавказского региона.